Семиэтажное нежилое здание обрушилось в индийском городе Мумбаи. Под завалами находятся люди. Спасателям уже удалось извлечь из-под завалов 6 человек. Двое из них тяжело травмированы. Инцидент произошел неподалеку от отеля «Гранд Хаят» в районе Санта-Крус. На место ЧП стягиваются бригады скорой помощи, спасатели и полиция. О том, что привело к обрушению здания, пока не сообщается.